Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители. К сожалению, коронавирусная инфекция и жара на улице не делает людей добрее. Сегодня произошла вопиющая ситуация в сфере шоу-бизнеса. Сын поп-исполнителя Стаса Пьехи находится сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой. Мальчика избили, и он получил множество травм разной степени и сейчас находится в медицинском учреждении. Вся ситуация развернулась в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом с участием супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова и экс-супруги поп-исполнителя Стаса Пьехи. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно нажимайте на колокольчик и все уведомления. Семилетний сын музыканта подружился с одним из детей семьи Безбородовых, а бывшая жена Пьехи попросила своего ребенка не общаться с сыном Владислава. В итоге Пьеха-младший обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн на участке семейства Безбородовых. Супруга футбольного арбитра не выдержала и неожиданно схватила ребенка, а затем кинула его на пол. Семилетний сын поп-исполнительницы ударился головой о землю. Мальчик попал в медицинское учреждение, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Стас Пьеха незамедлительно отреагировал на эту ситуацию. Он обратился к именитому адвокату Сергею Жорину. Отметим, что Сергей Жорин имеет большую клиентскую базу, и его услугами пользовались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Кроме того, Сергей Жорин был адвокатом жен футболистов Дмитрия Тарасова и Дениса Глушакова. Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова опубликовала видеоролик с этой ситуацией. Из этических соображений мы не можем его показывать в открытом доступе. Но на видео можно заметить, что она пытается внушить своей соседке, что не нужно общаться в негативной форме. Наталья несколько раз обращалась к соседке, даже она кричала кому-то из домочадцев, чтобы они вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. Происходящее на видеоролике резко осудили в социальных сетях. Люди не понимают, зачем здесь нужны разбирательства, если это явно криминал. И супругу футбольного арбитра нужно судить за то, что она подняла руку на ребенка. Дорогие друзья, вопиющие ситуации. Мы обязательно будем следить за дальнейшим развитием событий. Если вам интересны свежие новости, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и все уведомления. А также, если вам нравится наш контент, вы можете стать спонсором нашего канала и получить привилегии и бонусы. Спасибо за просмотр, берегите себя, увидимся!